Ребята, сегодня в продаже шахматы. Шахматы. Украинский стиль, Украина. Есть, конечно, дефектики, жалко, конечно. Ну, а что поделаешь? Как пришли, так от меня и уйдут. Значит так, смотри, вот видишь, пешка. Пешка без головы. Остальные пешечки, некоторые, видишь, розовым маркером помечены. Это детишки маленькие баловались, порисовали. Тут где-то даже на доске виднеются кусочки, вот видишь, пластилинового пластилинчика. Ну, требуют чистки, реставрации, продаю под реставрацию или на запчасти. А быстрее всего перекупщикам на перекидочку. Итак, вот еще какой-то дефектик такой, один из серьезных. Это вот король, казак. У нем тут есть треск, треснутый. Дальше никаких сколов не обнаружил. Черненькие все целенькие. Итак, ребята, одна пешка. Пешка без головы, король с треском. Это по фигурам. Сейчас я тебе покажу черненькие. Детальные фотографии будут в описании лота. А еще на некоторых, вот видишь, что тут снизу фигур присутствуют такие вот наклеечки. На некоторых есть, на некоторые они уже утерянные. Итак, перейдем к доске. Шахматы все в сторону. Кстати, пластик такой довольно-таки тяжеленький. Да и доска тоже не легенькая, толстенькая. Замочков нету, по-моему, если не ошибаюсь. Да, замочки украдены. Украдены до нас. Внутри красный бархат. Весь в пылючке. И вот на вот этих защелочках отсутствуют винтики. Здесь два, здесь один. Печать Киев пластмасс. Цена 13 рублей. 10 копеечек. Крепежики эти стоят нормально. Доска закрывается. Крючков нету. Тут тоже детишки побаловались. Но это придется тебе оттирать. Или купить у меня дешево, перепродать подороже. Ссылочка в описании моего канала. Сегодня они в продаже.